Сегодня пятница, развратница, товарищи, да? Как у вас дела обстоят в пятницу? Что вы готовите, народ? В пятницу развратницу. Я сегодня готовлю такое блюдо, чисто белковое, очень полезное, да. В нем очень много растительного белка. Я первый раз в жизни готовлю. Не обессудьте. Первый раз. Как на матрас. Топится у меня в огороде баня. Сливочное масло, девочки. Чесночок порезала. Запускаю чесночок. Чесночок, чесночок. Вот у меня лисички. Мои сестрички. Я их уже немножко обжарила. Недавно запустила лучок, посолила. Вот. Посмотрите, молоденькие какие вкусненькие лисички. Бомба. Очень вкусно. Я вам говорю, честное слово. Лера, свежезамороженная. Мама собирала. Да, мамусик мой собирал. В грибах очень много минералов и растительного белка. Да. Так. Смотрите, почистила я, девочки, креветки. Вот здесь в позвоночной части, знаете, оказывается, тут такая хуйня. Я никогда не думала, я специально одну хуйню оставила. Посмотрите, вот такая вот кишка. Там кал, видите, они же какают. И у них вот эта кишка не в брюхе идет, а по спине. И знаете, вы, о чем я подумала, народ? Вот такая шняга. Ха-ха-ха. Ну, это нормально, это нормально. Это я ничего не могу сказать. Это в порядке вещей, да? То, что у креветок тоже должно быть где-то кишка и откуда-то должно быть откуда выходить, да? Но я не могла подумать, девочки, раньше. Сейчас. Знаете, о чем я не подумала раньше, красавицы мои? А раньше я не подумала вот о чем. О том, девочки, сейчас я маслице добавлю, о том, что едим креветки, да, ну, я и сама ела, я не отказываюсь, как бы, их вот покупали, мы давно, правда, замороженные, там, с пивом, да, отваришь или на сковородке их обжаришь, прямо в этом, в шелухе-то в этой, и, короче, ты вот так вот чистишь и кушаешь, да, ну, я не думала, что там такие страшные кишки есть, не предвидел, вернее, представляете? Оказывается, они есть. И представляете, мы их, короче, кушаем и глотаем. Вместе с какашками. Вот теперь я буду знать, девочки. Я не знала. А вы? Я думаю, вы тоже не знали. Нет, ну и же едят же в этом. Шелуху только чистят и все. Это же когда вот в соусе готовишь, да? Креветку чистишь. И кишку вытаскиваешь. Девочки, ну что это такое-то? Красавицы мои. Ну как это называется? Почему так? Такие большие. Девочки, я вот это блюдо не знаю. Наверное, будет вкусно. Я в интернете прочитала. Должно быть вкусно. Наверное. Вы напишите, вы готовили такое блюдо? Ну, наверное, готовили. Все же богатые. Блять, не то, что я. Пусть тут нищета. Вот. Гарнир стоит в кастрюле с водой. Для макфа. Что я тут? Так, подсолить надо. Их надо жарить тут 5 минут. Да? Подсолить надо, девочки. Подсолить.
Вот так. Вот так. Надо прибавить газу. Газу! Надо прибавить. Тут же прибавили газ. Вот так вот, девочки. Во, грибы, креветки. Прям деликатес ресторанский. Сын у меня никогда не знает, что я готовлю на следующий день. Ну и вообще, вот он приезжает кушать, да, уже. Звонит мама, говорит, я через 40-30 минут буду. Вот. А я уже думаю, что готовить, девочки, что готовить. И вот уже приезжает, мама говорит, что есть поесть? Я говорю, вот это, ну все тогда ест. Молодец он у меня. Ну сегодня такой сюрприз будет, прям вообще, да? Будет такой ужин белковый. Наверное, вкусно будет, я не знаю. Я не знаю. Вот такая красота. Вот такая красота. Там надо убавить, тут надо прибавить, тут надо убавить, там надо прибавить. Все. Еле достала в морозилке укроп, там все завалено мясом. Все, девочки, свежий укроп. Так. Вот это тоже все. Ну все. Тороплюсь не испортить блюдо, а то жесткие будут. И заливаем сливочки вот так. Ой. Ой, такое интересное блюдо. Да, девочки? Я молоко забыла купить. Мне надо тыкву кашу варить. Я забыла молоко купить. Ну ладно, колечки скажу. Купит. Ой, девочки. Вот это все будет у меня. Таких соусах. Интересно, девки, пляж. Интересно. Буква С. Такое необычное блюдо. Да. Вот так. Так, вот это надо, наверное, закончить сюда. Залить. Чтобы было блюдо, как блюдо, правда? А то не знаем, что там будет. Вкусно. Так, сейчас там прибавим газку. Так. Ой. Мне вот интересно попробовать, что это такое вообще получилось. Давайте вместе с вами попробуем. Да? Пробуем! Вместе с вами! Я с вами все пробую! Интересно. Надо выключить. Уже все. Убрать надо спирты. Переживаю. Чтобы не испортить блюдо. Дорогой, зараза. Дорогой, девочки. Ой. Вы знаете, что хочу сказать? Сейчас скажу. Сначала попробую. Интересно. Это обалденно. Брависсимо. Девочки, это вкусно. Это очень вкусно. Так, попробую этот соус. Девочки. Брависсимо! Это очень вкусно. Это вообще шедевр. Сегодня такой деликатес вообще. Я балдею, честно. Я даже не ожидала. Это очень вкусно. Это безумно вкусно. Что я хочу сказать? Я прикинула хрен к носу. Вот посмотрите.
Короче, говядина у нас на кости стоит 640 рублей. Так, так. Укроп. Вот. А, без кости, девочки, вырезка говядина стоит... Сколько они мне сказали тогда? 1400, что ли? То ли 1040, девочки, врать не буду. Я просто спросила тогда у девчонок в Наумове. Говорю, вырезка есть у вас говяжья? У нас, говорит, этот... Сейчас ее нету, говорит. Но она, говорит, у нас дорогая. Я говорю, сколько стоит? Девчонки, потом спрошу, уточню. Сейчас не помню, просто помню. То ли... Вот я помню за 1000. То ли 1040, то ли 1400. Врать не буду. Вот, что я хочу сказать, девочки. Мясо, видите, какое дорогое, да? Очень дорогое. А вот эта вот креветка 990, ну, 1000 рублей килограмм стоит. И что я хочу сказать? Вот так же можно же взять креветку, да? Не дешевле мяса получается. Это же морской и очень полезный продукт. От него не толстеешь, да? Говядина тоже нужна. Ну, конечно, говядина, девочки, вырезку брать, это очень дорого. Это очень безумно просто дорого. Я даже не могу себе это позволить. Такая богатая багира. Ну, я имею в виду вырезку. На косточке, да, мы без говядины не живем. На косточке лопаточную часть, там, корейку, да? Еще дело не шло. Сейчас, наверное, подорожает. Вот. А почему бы не брать вот эти креветки? Какие они... Я, девочки, даже не думала, что они такие вкусные в сливках. Вы, наверное, там уже все покушали, да, а я-то первый раз, представляете, я их кушала, креветки мелкие. Мелкие, и вот вас средние ела креветки. Как-то очень давно на сковороде, где-то я в гостях была, угощали меня на сковороде, прям в шелухе обжаривали, вот, и кушали с пивом. А мелкие я ела в молодости. Так вот закипали, закипела вода, короче, пустили в этот, воду в кипяченую, да, там, 2-3 минуты, и все вытаскивали, девочки. Вот, а вот такое блюдо я не ела никогда. Я вам честно говорю. И это просто... Я одну съела, я больше не буду есть. Потому что тут надо на всех разделить. Вот. Сегодня мы съедим креветки. А завтра мы будем есть грибы. Креветки пока свежие. Не буду оставлять на завтра. Вот, а у меня мальчишки придут вечером. Я в обед могу грибы поесть. Если что. А у меня, по-моему, еще картошка есть тушеная. Да, у меня картошка еще есть тушеная. Вот, разогрею. А вечером я с ребятами, со своими, со своей семьей сделаю, еще и знаете, что сделаю? Я макароны вот эти вермишель отварю, вот, в растительном маслице, да? Просто в отдельной сковороде. Это не буду я смешивать, это ничего. А, натру сыр на терочке. Потом, значит, они придут, я все разогрею, конечно же, да? И потом, когда положу на тарелку, я сверху сыром посыплю. Я не в сковородку буду сыр ложить, потому что он растает, там эта вермишель слипнется. У нас микроволновки нету, чтобы греть. Я уже все подумала. Микроволновки сейчас нету греть. А на завтра останется вермишель, девочки, уже разогревать уже в сыре, она невкусная будет. Вот, и я лучше прям горяченькую-горяченькую положу на тарелочку и прям накрою шапочкой, да, налью соус с креветками и сверху положу сыр. Я думаю, будет вообще брависсимо, да? Как вы думаете? Пишите комментарии. Вот. Короче, вот такой у меня, моих мальчишек, ждет вкусный на вечер сюрприз. Вот такие дела, девчоночки. Готовьте вкусно, готовьте много, готовьте вместе с Багирой. Да, можно покупать, но почему бы нет? Ну, килограмм там, например, в месяц, да, креветок. Побаловать свои потроха, почему бы нет? Я говорю, ну, блин, это не дороже вырезки, да? Вот так. Очень вкусно, просто безумно. Я вам честное слово говорю. И сейчас вот я хочу в сливках. В сливках я тоже грибы не готовила. Сейчас я вот сготовлю, хочу попробовать, девочки, в сливках грибы. Я в сметане готовила соус, вот, грибной. Делала куриные грудинки в духовке, грудинку куриную под грибным соусом из белых грибов. Очень вкусно. Раньше. Сейчас я, девочки, в сливках попробую гриб. Наверное, тоже вкусно. Ну, а что не вкусно-то?
Чуть-чуть присолила. Чуть-чуть. Креветки не солила. Ну, ладно. А я не думал, что присолю. Очень, девчонки, вкусно. Ну, надо еще немножко поджарить. Вода закипела. Буду загружать маску. Всех обнимульки, целуйки. Всем хорошего дня. Отличного и вкусного. Главное, вкусного, пиздатого пятнического настроения.